Здравствуйте. Мощные лесные пожары добрались до турецкого курортного города Кемера. Постояльцы отелей говорят о том, что леса горят уже буквально в нескольких километрах от курортной зоны. Пожар начался около 9 вечера 24 июля в 40 километрах от города Кемер. В гористой местности из-за ветра и жары он достаточно быстро распространился. Температура ночью была 32,5 градуса. Из-за огня пострадало 120 гектар леса. Также туристы сообщают, что пламя от лесных пожаров наблюдается из отелей в поселке Гёйнюк. Яркий огонь видно даже из отдаленных населенных пунктов. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за чего стихия приближается к жилым районам. К тушению пожаров в горах привлечено 200 пожарных, 10 самолетов и 22 вертолета. Генконсульство РФ в Анталии призвало туристов из России не покидать отели и воздержаться от прогулок в горной и лесистой местности. Это были все новости на данный момент, а чтобы узнавать больше о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также вы можете поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. А от себя добавлю, берегите себя и своих близких. До новых встреч!